Какие есть проблемные вопросы, которые здесь не отражены? У нас нет, значит, это основные вынесли. В дальнейшем будет корректировка проектной документации. Готовность школы в микрорайоне Солнечный на 1100 мест составляет 58%. Об этом сообщили исполняющему полномочия главы муниципалитета Сергею Горелову в ходе выезда на объект. Кроме того, Сергей Горелов побывал и на строительной площадке будущего учебного заведения. Школа здесь необходима, и необходима именно большая школа на 1100 мест. Это решит многие вопросы жителей. При всем при этом школа будет современной, будет иметь большой спортивный зал, большой зал для проведения мероприятия и большую территорию, на которой будут игровые и спортивные площадки. Сейчас на объекте работают 74 человека. Озвучили и сроки сдачи школы. Обещают построить до конца года. А вот ремонт 49 подъездов в городском округе уже подходит к концу. Сергей Горелов осмотрел два дома, где подъезды сдадут уже в начале июля. Это Космодемьянская, 8 и Пролетарский проспект, 5 в Щелкове. А также пообщался с жильцами. Ну, просто хочу понять, вы удовлетворены их работой? Ну, вот эта компания самая нормальная. Что-то у нас была какая-то сначала, ее убрали. Сейчас претензий нет? Нет. Ремонт подразумевает замену напольной плитки, окон, почтовых ящиков, покраску стен, но бывают и исключения. Например, во втором подъезде на Космодемьянской несколько лет назад жильцы нарисовали цветы на одном из этажей. И управляющая компания решила самодеятельное изобразительное творчество не закрашивать. Всего в 2019 году запланировано отремонтировать 392 подъезда. На 56 адресах уже полностью завершены работы. Екатерина Сусенко, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково».